Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я покажу три способа, как заморозить мяту без потери качества и цвета листьев. После такой заморозки в стакане с напитком мяту трудно будет отличить от свежесобранной. Перед заморозкой мяту промываю в холодной воде и обсушиваю. Далее замораживаю одним из трех способов. Первый – замораживание листьев мяты в контейнере или пакете. Беру специальный контейнер с крышкой для замораживания продуктов или плотный пакет с вымытой и высушенной мятой, обрываю листья и укладываю в контейнер. Не утрамбовываю и не травмирую. Если использую пакет, то выпускаю воздух и плотно закрываю. Если в морозилке есть режим суперзаморозка, можно выложить мяту на поднос и заморозить, а через 8-10 минут очень быстро засыпать листья в пакет. Далее наклеиваю этикетку с датой заморозки и храню при минус 18 градусов и ниже 6-9 месяцев. Замороженная в таком виде мята лучше всего пригодится для заваривания ароматного чая или другого теплого напитка. Второй способ – замораживание мяты в пищевой пленке. Беру пищевую пленку, выкладываю на нее листья мяты и только верхние части веточек. Плотно сворачиваю мяту в колбаску, несколько раз заворачивая ее в пленку и храню в морозильной камере в течение 9 месяцев. Такую заготовку можно использовать для фаршировки рулетов, мясных и овощных, украшать веточками блюда. Веточки мяты размораживаются очень быстро, достаточно просто оставить их при комнатной температуре. Третий способ – замораживание кубиков льда с мятой. Это, пожалуй, самый удачный способ заморозки. Замораживание мяты в кубиках льда позволит сохранить все ее качества. Она точно не почернеет, не поломается, листья не потрескаются от низкой температуры, а в напитках будут в точь-точь как свежие. Для такого способа заморозки понадобится контейнер для приготовления кубиков льда и питьевая вода. В лоток для кубиков льда складываю целые листья мяты. Если они довольно большие, разрезаю их пополам. В один такой кубик кладу 3-4 листика и заполняю ячейки водой. Ставлю лотки в морозильную камеру. Температура должна быть минус 18 градусов и ниже. Где-то через 2 часа достаю, аккуратно извлекаю мятные кубики и перекладываю в пакет, а пакет снова в морозильную камеру. Все делаю быстро, чтобы кубики льда не начали таять. Такие кубики идеально подойдут для приготовления освежающих напитков. Если нужно, то мятные кубики можно разморозить при комнатной температуре и использовать, добавляя листики в салаты или супы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне.